Всем привет, друзья! Простите, что пропал, меня давно нет на канале, не заливаю видосы, я сейчас все объясню. В субботу мы снимали клипчарт, и я думал, ну, в воскресенье ночью или в понедельник край я смогу выложить этот видос, но и он до сих пор не готов. В общем, я надеюсь, что к концу недели этот ролик будет готов, и я смогу выложить, и вы сможете проголосовать. В общем, такие дела. Со временем возьмусь за прослушку и начну слушать, что вы мне там советовали. Вот, пока могу сказать только то, что я до сих пор гоняю альбом «Поэт» на репите, альбом «Иоанна Пангея», «Масло черного тмина», группу «Скриптонит», и из синглов могу еще сказать то, что у меня Pusha T, социопат Pusha T. В общем, шикарный бит от Kanye West. И тут еще какая девчонка, не знаю, ну прикольно, в общем, чуваки. Послушайте. Яникс Хат. Я вообще, когда услышал, я пожалел то, что я не снимал в этот момент прослушку, потому что в самом начале меня вынесло. Вы только послушайте это, все. Ну а дальше он просто разносит этот бит к чертовой матери. В общем, зацените, есть что. Лера Яскевич увидел клип на новом рэпе и, ну, просто влюбился и в сам клип, и в песню. Очень красивый голос у девчонки. Ну, такая лайтовая, красивая песня, в общем, есть что. Вот, ну и Old Town Road. Трек, который популярен вообще за рубежом, и он находится на первом месте в билборде. Поэтому тоже можете заценить. Ну, все, я думаю, давайте перейдем к топу знаменитостей, на которых я типа похож, как говорят люди. Объясню немножко все, предыстория. Я очень часто слышал свой адрес, то, что я похож на какого-то рэпера, там, исполнителя, я не знаю, актера, да? Мне говорили, я вот честное слово, я поражаюсь. В общем, меня постоянно сравнивают с какими-то известными личностями, я решил вот сделать такой видос и вам показать, чтобы вы тоже типа удивились, типа, ну как так, почему вообще они похожи. Ну и в конце будет прям самый топовый чувак, с которым меня сравнивают. Вот, давайте начнем с Саши СТ. И вот комментарий, допустим, Саша СТ обозревает клипы Скриптонита, ага. Где мы с ним похожи вообще, я не знаю. Хотя, вы знаете, еще я как-то был на его концерте в Казани, мы с ним сфоткались, и рядом стоящие чуваки сказали, типа, нифига себе, вы похожи. Че, как вообще, где мы тут похожи? Не знаю, какой-то это бред. Похож на Расту. На Расту я, ну, мне кажется, я не похож на него, только на одной фотке, где он вот держит микрофон, и все. Остальные, если, ну, так посмотреть по фоткам, то это, ну, как-то бред. Сравнивали меня с Ермаком, тоже, когда он приезжал в Казань, до всей этой истории с обмороком и так далее, с этим батлом. Я сходил на концерт, и когда он вышел фотографироваться, я тоже с ним встал. И я слышал, типа, капец, они похожи, вы чё, братья? Фак! Какого чёрта? Я и Ермак, мы вообще никак не похожи. Переходим к следующему чуваку. Егор Крид. Как? Ну, может, когда у меня была борода, конечно, такая оформленная бородка. Но я не понимаю, мы не похожи с ним внешне. Это... Я не знаю, ну я точно не похож на Егора Крида. Это для меня вообще оскорбление было, когда мне такое говорили. Я такой, типа, вы чё, охренели? Локи Мин.
Как? Вот скажите мне, как я могу быть похожим на Луки Мина? Вот зачем меня так оскорблять? Меня сравнивали с Максом Коржом. Это, конечно, очень приятно, но я не вижу сходства вообще с ним. Чувак, конечно, крутой, я не знаю, это очень странно. А Шум, Дима Шум, почему, я не пойму, в общем. Это очень странно. Актер, это... Я не помню, как его зовут вообще. Ну, типа, я похож на этого актера. Когда, типа, смотрели чуваки Дэдпула, говорили, типа, нифига себе, там чувак на себя похожий. У нас, ну, у меня не такие скулы. Ну, как можно сравнивать меня вот с ним? Да, я не знаю, я на него не похож. Ну, и последний, наверное, человек, о котором я скажу. Нет, есть еще Лысый из Бразерс, тоже бывали такие комментарии. И шуточки. Вот, ну... Это уж всех лысых, по-моему, называют Лысый из Бразерс. Самый топчик, чуваки. Я просто... Ну, вот здесь вот уже все эти шуточки. Ну, пока у меня в комментариях это не прослеживалось. В жизни в основном на работе меня называли. Друзья прикалывались и так далее. Меня называли Лениным. Типа, мы с ним похожи. Вот опять же, я не считаю то, что я похож на Ленина. Это вообще очень странно. Я не знаю, как это у людей глаза долбятся, что ли, когда они смотрят. Как вот, я не понимаю, почему так. Я, короче, перечислил вам топ вообще артистов, исполнителей, с которыми меня сравнивают. Напишите в комментариях, на кого я все-таки больше всего похож. Или, может, вы еще кого-то потрошите. Потому что я помню, еще меня как-то сравнивали с одним то ли футболистом, то ли хоккеистом. И когда я увидел фотку, я реально подумал... Но я вот сейчас не могу вспомнить, как его звали. Вот, в общем, еще раз извините, то, что меня долго нету. Совсем скоро все будет чики-пуки. Вот, и мы с вами снова увидимся. Всем пока. Check it out!